Совершено нападение на первые и вторые посты. Двое человек ранены. Дежурный по части старший Пельков. Информацию про дублеру уточнили, так понимаете, да? Так точно. Потому что объявление сигнала «Рассвет-2» по учебе, по средствам радио и телефонной связи. Группа террористов напала на склад хранения артиллерийских боеприпасов, расположенный в Индинском районе. Нападение было мгновенно отражено караульными, после чего террористы скрылись в прилегающем лесу, но от своих намерений не отказались. Такой стала легенда очередных тактико-специальных учений Управления ФСБ России по Ульяновской области. Конечно, и караульные, и так называемые террористы оказались обычными военными, однако выиграть хотелось каждой стране. После доведения в соответствующем порядке информации о террористическом акте оперативный штаб в Ульяновской области организовал работу по поиску и нейтрализации диверсионно-террористической группы. Возможность дальнейшего прорыва или на территорию самого склада для совершения теракта, или возможность ухода в населенный пункт для совершения терактов непосредственно в населенном пункте и захвата заложников. В учении приняли участие около 1000 сотрудников правоохранительных органов и органов местной власти, а также персоналы командования воинской части. Личный состав получил практику действий при чрезвычайных обстоятельствах, а также действия в лесистой местности, что осложняло проведение комплекса поисковых мероприятий. В результате реализованных мероприятий преступники были задержаны и нейтрализованы. Цели и задачи, поставленные перед участниками учений, были выполнены в полном объеме. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.